Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим горячую закуску из морепродуктов. Для этого нам понадобятся морепродукты: мидии, киви, тигровые креветки с головой, гребешки, кальмар. Также у нас будет в этом блюде присутствовать зеленый горошек, кукуруза, сливочное масло, тимьян, розмарин и белое вино. Морепродукты я заранее приготовил. С креветок снял панцирь, убрал корду, зачистил мидии от грязи, убрал водоросли с них. Гребешки идут готовые. С кальмара я убрал шкуру. Кальмар разрезаем вдоль и режем его на произвольные треугольники. На сухую сковородку без масла мы ложим лимон. Для того, чтобы он у нас обжарился и в дальнейшем этот аромат от лимона ушел в масло. У нас получился вот такой красивый лимон. Морепродукты мы будем жарить на сильно раскаленной сковородке. Сейчас мы будем обжаривать морепродукты. Они у нас жарятся буквально 2-3 минуты. Получается у нас вот такая красота. Добавляем вино. Веточку тимьяна. Все это должно у нас происходить на раскаленной сковородке. Далее добавляем сливочного масла. Осталась у нас кукуруза, и в этот соус мы добавляем зеленый горошек. Вот так у нас будет выглядеть салат. Это будет у нас основа. И начинаем укладывать морепродукты. Мидия, гребешки, тигровые креветки с головой. И даст красоту блюду. Теплая закуска из морепродуктов готова. Приятного аппетита, хорошего дня.